Вдвое увеличились ежемесячные выплаты классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах. Уже не 5, а 10 тысяч рублей будут получать педагоги с такой доп. Нагрузкой в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек. Выплаты увеличили по поручению президента с 1 марта. При этом сохраняется региональная 2 тысячи. Обратная реакция, конечно, очень положительная, потому что все понимают, что вот за такую дополнительную функцию, не просто как кураторство, да, за организацию работы, воспитательной работы с детьми. Она, по сути дела, круглосуточная работа. Ну, теперь установлены хорошие доплаты. Среди прочих, в Орловской области такие выплаты теперь получают кураторы групп в Мезенском педколледже. Конечно, очень рады такой поддержке наши преподаватели, потому что все-таки и система среднего профессионального образования, учитывая то, с какими детьми мы работаем, это дети подросткового возраста. И, конечно, это очень хорошая поддержка для наших преподавателей.